And now for my next number, I'd like to return to the classic. Classic. I'd like to return to the classic. Can't buy this. Я знал, что они выпускаются достаточно давно, знал, что это такой лайфстайл больше в данный момент, не баскетбольный стайл, потому что очень мало сейчас игроков, которые используют, больше сейчас для жизни, очень распространено в поп-культуре. Но сейчас мне подарили, кстати, одну пару кроссовочек, так что я счастливый обладатель Air Force One. В современном поколении немногие парни носят Air Force One во время игры в баскетбол, а вот вне площадки можно увидеть эту модель довольно часто. Еще ребята стараются заполучить ограниченные специальные модели разных цветов, разные вариации всякие. Это уже часть баскетбольной, даже, я бы сказал, баскетбольной хип-хоп культуры. И думаю, так еще пробудет очень-очень долго. Позитивное такое мероприятие связано с баскетболом. Очень приятно, что открывается таких магазинов больше, потому что в недалеком прошлом еще были большие проблемы, чтобы найти кроссовки и, самое главное, размер нужный. Довольно уникальный дизайн магазина, отличный стиль, баскетбольное кольцо, он висит, обувь на отличном обозрении, прекрасный свет везде, мне очень нравится здесь. Любимые кроссовки здесь, наверное, вон те Джорданы, красно-черные, а вообще я большой фанат Nike. Так как играю в баскетбол, прекрасно знаком с большинством обуви здесь, и многие, конечно, модели мне нравятся. То я просто предпочитаю Nike, потому что на самом деле это удобно, и играть удобно, и ходить удобно. Ну, я тоже не кукурузу охраняю. Да нет, на самом деле, это все было в такой, можно сказать, шуточной форме, так что это ничего не значит. Не, ну кольцо жестковато, напоминает слегка кольцо, как на уличной площадке. Уверен, завтра Женя мне по этому поводу многое выскажет и припомнит поражение. Дрю сказал, что он хочет побыстрее домой. Так что он не во мне поддался, наверное. Я очень плохо играю в баскетбол. Люблю это делать, но делаю это настолько плохо, что даже стыдно об этом говорить. Зол на Air Force из-за того, что она самая часто издаваемая. Да, собирать кроссовки Air Force – это мучение. Желаю ЦСКА удачи на поле. Надеюсь посетить игры в ближайшее время. Лигалайз, ваша лига. 3 ноября альбом «Ярость Инкорпорейтед» моего нового проекта. Вот здесь написано по буквам «Ярость Инкорпорейтед». Made you look before the heaters. I bet your car had him on when he walked with Jesus. Jesus classic. Live straight classic. I'm better than I ever been. Time is time.